Приветствую всех на канале Динлог Видео Плюс. С вами, как всегда, я Дмитрий, и сегодня у нас 1 июля 2014 года. На моем канале Динлог Видео Плюс появился новый раздел NVIDIA 3D Vision, в котором я со временем буду по возможности выкладывать наиболее впечатляющие ролики, объемные ролики, но в основном из игр, потому что в играх можно почувствовать вот непосредственно этот самый эффект объема. И вот на ваш суд и внимание я их буду предлагать. Но для того, чтобы вы смогли увидеть действительно и почувствовать этот объем, вы должны знать, каким образом можно будет онлайн это 3D-видео смотреть. Прежде всего скажу, что компания NVIDIA предлагает всем желающим специальный сайт, на котором размещены 3D-фото, 3D-видео различные, а также и ролики, размещенные в 3D-формате на хостинге YouTube. И для того, чтобы все эти ролики смотреть, вам понадобится всего лишь в принципе, современный браузер. Рекомендуется для этого использовать браузер Mozilla Firefox, который непосредственно работает с 3D изображением. И чтобы у вас не возникало сложности при просмотре объемного изображения, вы можете его загрузить. Этот браузер совершенно бесплатный и, в общем-то, работает не хуже других, но при этом еще работает и с объемным 3D изображением. Вот для очков 3D Vision он идеально подходит, но с некоторыми нюансами. Прежде всего хочу сказать, что если у вас нет таковых стереоочков, можно вам пока, по крайней мере, для того, чтобы понять, что из себя представляет стереоизображение, воспользоваться любыми анаглиф-очками. Они, в общем-то, бывают во многих дисках с фильмами, в книгах. Это обычные двухцветные очки, которые своими свойствами отсекают определенный цвет при просмотре, и вы, глядя на стереоизображение, специально подготовленное, видите двумя глазами разные картинки, и из этих разных картинок складывается, в общем-то, объемное изображение. Также анаглиф режим возможен и при просмотре любого 3D-контента. При этом у вас на экране в основном получается картинка такая сине-красная, цветов нету, четкость небольшая. Различить какие-то подробности изображения бывает трудно, но при этом, в общем-то, с объемом познакомиться можно. Если вы будете использовать специальные 3D-очки, но вот я вам рекомендую очки от компании NVIDIA, NVIDIA 3D Vision, они вообще идеально работают, замечательно, то с такими очками вы получите максимальное удовольствие. Но при этом нужно, конечно, заметить, что есть некоторые аспекты, и даже у меня, у человека, который с этими очками, в общем-то, полностью знаком и хорошо пользуется, возникают некоторые трудности при просмотре 3D-изображений, в основном 3D-видео на YouTube. Даже тот же браузер Mozilla Firefox, он может то запуститься, может не запуститься, может ваши очки определить, может не определить, может выдать картинку в каком-то сжатом формате и какие-то различные другие артефакты, которые, в общем-то, на сегодняшний момент пока не устранены. Поэтому я вам предлагаю для простоты решения вопроса просмотра 3D-видео и в том числе моих роликов, которые на YouTube расположены, поступать абсолютно простым, проверенным мною способом, который сейчас вот у меня за спиной я демонстрирую вам. Рекомендую использовать проигрыватель, универсальный проигрыватель от компании CyberLink. Power DVD, но у меня 13-я версия. И вот с использованием этого проигрывателя вы спокойно можете любые ролики с YouTube, из интернета смотреть, в том числе и в 3D формате. Вот сейчас я непосредственно демонстрирую вам за моей спиной вот этот вариант. Вы можете зайти на сайт, допустим, на любой сайт, где показывается 3D изображение, но я имею в виду YouTube. Ну, в данном случае давайте зайдем на мою страницу, выберем нужный стереоролик и посмотрим, каким образом он будет смотреться в браузере, в том же Firefox, и потом посмотрим, насколько он будет хорошо смотреться и удобно непосредственно в проигрывателе CyberLink Power DVD. Хочу сказать, что вот потратив лишнюю минуту, вы уверенно сможете смотреть, мотать, перематывать. Гарантированно получите максимальный эффект от просмотра стереоизображений именно вот при использовании данного проигрывателя. А встроенными средствами немножко, наверное, будет сложно пользоваться. При этом настройки Power DVD позволяют выбрать и анаглиф очки, и оригинальные очки от компании NVIDIA 3D Vision, если они у вас имеются, и получить замечательную стереокартинку. При этом проигрыватель вы можете масштабировать, располагать в любом месте экрана или смотреть в полноэкранном режиме. И при этом хочу заметить, что никаких задержек при воспроизведении не наблюдается. Это просто идеальный способ просмотра 3D изображения вообще и 3D изображения онлайн в частности. Поэтому, как вы видите,
браузер Firefox мою картинку, мой видеоролик, записанный в Full HD разрешении, не распознал в правильном соотношении сторон и показывает в таком вот сжатом формате 3D-картинку. А Power DVD спокойно из разрешения 1920 на 1080 точек распознал стерео содержимое и показывает его в нормальном соотношении сторон, что и позволяет добиться идеального просмотра стереоизображения. На данный момент 3D-функционал онлайн сервиса YouTube, он недостаточно функционален и не позволяет как бы выставить настройки при записи ролика в интернет. При этом, конечно, не нужно ограничиваться только какими-то конкретными роликами. Вы можете найти и абсолютно любой другой стереоролик. Достаточно в поиске Power DVD непосредственно указать файл и смотреть. И еще большим плюсом проигрывателя Power DVD является то, что он программным способом может любую 2D-картинку преобразовывать в объемное изображение, и практически любой ролик вы сможете смотреть теперь в объеме, что тоже является очень большим плюсом этой программы. И всем спасибо за внимание. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Дмитрий. Всем пока.